0,6 секунды проиграл Литейкина. Это, конечно, можно воспринимать за некий плюс для Юлии. Ее позиции в группе А будут более прочными для следующих этапов. Но все-таки мы прекрасно понимаем, что, например, даже на 1000 метров Литейкина явно не конкурент Несбит. Хизер Ричардсон, рекордсменка мира и чемпионка мира в спринтерском многоборье. И Мияко Сумиёши. Мияко вчера стартовал в одной из первых пар, тем не менее сумела выбежать из 38 секунд, 37.92. Что касается Хизер, 37.61 она показала накануне, но ее личный 37 очень и очень высок, чтобы его можно было побить уже сразу в начале сезона. Мощный такой очень с резким отталкиванием шаг у Хизер. Гораздо более плавные, более нежные, что ли, может быть, даже движения у Сумиёши, но и... Вот эта резкость американки, более крупной, более мощной, приносит результат. 37.44 у Хизер Ричардсон на 17 сотых лучше. Ну и Сумиёши здесь ей, конечно, проигрывает. Ну, 37.44 это лучший результат. Хизер возглавляет забег, ну и явно может претендовать на примерно те же позиции, что и были накануне.